Здоровьишко, ребятки, очень плохое. И плюс к тому, да, знаешь, что еще-то произошло? Такое неинтересное произошло. Произошло то, что я посадил на мель лодку. Вот эту вот замечательную, с автоматом. Не-не-не-не-не-не, я так не играю, не стреляй в меня. Не стреляй лишнего, не стреляйте в меня, потому что мне еще предстоят тяжелые схватки. А вот видишь, вот на этот камушек надо не налететь. Все? Да, поплыли побыстрее отсюда. Здесь больше ловить нечего. И сейчас мы с вами нарвемся на катер, который просто как тень подойдет очень быстро. Вон он. Так, у нас еще патронов, в принципе, достаточно. Так, а что, может, пересядем на него? Нет? Да ладно, давай на этом поплывем. Так, здесь дорога раздвояется. Раздвояется или нет? А, нет, она не раздвояется. Это иллюжен. Так, а вот тут что? Тут как... Опаньки. Опаньки. Это он спрыгнул в воду зачем? Он утонул? Или он спрыгнул, чтобы... Чтобы что? Опа, стоп. Стоп. Я полагаю, что вот тут должны быть эти... Давай-ка вот так вот запаркуемся. Вылезем. Блин, мне уже это... Это базука мне тут совершенно ни к чему. Так, давай со снайперки прицелимся. Или нет? Стоп. Потому что здесь еще для начала, прежде чем доставать снайперку, надо убедиться, что здесь рядом нет никого. Потому что если кто-то есть рядом, это кобзда. Стоп. Отползли. Так. Снайперка, 3 патрона. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Я никого не вижу пока. Ты видишь кого-нибудь? Одни коряги. Вот тут я уже должен кого-то увидеть. Так. Камни пошли. И они, главное, больно бьют. Ты понимаешь? Ага, вот тут автомат. Хорошо бы, конечно, сейчас вот отстрелить, и тогда уже, в общем-то, будет гораздо легче дальше. Да видишь, они перегородили дорогу какими-то понтонами. Так, здесь у них машина. Так, это просто на волнах плещется. Нет, ну странно. Они только что были. Но куда-то самоликвидировались. Не, сейчас я только высунусь, так они сразу. Так, вот здесь что у нас? Уплыли они куда-то, что ли? Куда они делись?